день, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о пластинах для стирки от компании Greenway. Чем они уникальны, чем они классные? Это универсальные пластины. Я их использую. И использую еще детские. В такой коробочке они. Вот. Очень удобная компактная коробочка. Много места не занимает. Нет такого ядреного запаха, как обычного порошка. Сейчас покажу, как они выглядят. Как бумага мягкая, то есть можно их напополам сложить, можно их с собой брать, очень удобно, даже и ручки помыть, то есть оторвать кусочек, помыть где-то руки, в том же супермаркете и так далее, да, не мыть теми средствами, которые они нам предлагают. Пластины для стирки трех видов. Универсальные, детские и для женского белья. Для женского белья они идут с маслом макадамии, такой интересный запах, с афродизиаками даже. Вот, детский идет с экстрактом алоэ. То есть добавки тут как бы, почему они отделяются, да, то есть добавками еще экстракта. Упаковка удобная, компактная, с собой можно носить. Очень легкая, не тяжелая, да, как 3 килограмма мы берем. Пластинки хватает на 1,5 килограмма сухого белья, то есть мы уже рассчитываем с этого. Я рекомендую, если у вас мало белья в загрузке, то есть там 3 килограмма, да, пол барабана, можно так сказать, можно пластины выложить прямо с бельем. Растворятся, постирают, все сделают круто. Если барабан полный, то рассчитывая, сколько там вам пластинок надо, лучше растворить сначала где-то в баночке, в какой-то емкости, а потом выливать прямо на белье, барабан, и будет стирать тоже хорошо. Почему в контейнер для порошка я не советую ложить пластины? Потому что может не дораствориться, а прилипнуть именно к трубкам вот этим гофрированным, да, и вся пластина не уйдет именно в барабан. Состав натуральный полностью. То есть здесь у нас я подсматриваю прямо на коробочке, все написано, да, и как использовать, из чего он, для чего он, что он делает. То есть кокосовый спирт, натуральные растительные масла, экстракт кокосового масла и дионизированная вода. Ничего химического совершенно нет. Поэтому мы можем, даже не можем, а я делаю просто жидкое мыло из него. Остался дозатор после мыла. Я 3 штучки ложу на 250 мл, чтобы был более концентрированный. Можно даже 2 положить пластинки. Кому как удобно, как нравится, все используют. Да? И плюс к этому я использую его как моющее для посуды. То есть состав натуральный, я не боюсь того, что он останется на посуде, но я вам могу сказать, что на посуде он не останется, потому что он вымывается полностью, и ну, это очень классно. И за руками он тоже смотрит, то есть ухаживает, да, потому что здесь вот эти масла находятся. Плюс к этому он выполаскивается полностью, не так, как обычный порошок, да, у них там какие-то добавки есть, которые остаются на белье, и это белье мы носим, и через наш кожный покров идет прямо все это кровь поступает. И откуда у нас болезни, аллергии и так далее, это все от этих порошков, а мы этого не замечаем, ну что нам, мы же постирали, пахнет и хорошо. Я просто с этим столкнулась, поэтому я перешла смело на эти пластины, я очень рада, что они есть, что они появились. Вот, у нас была аллергия у ребенка в полгодика, и нам просто тоже пришлось искать очень хорошие порошки, которые мы заменили на эти, ну, с магазина, да, мы просто покупали у другой компании очень классный порошок. И когда этот порошок я увидела, услышала, я просто сказала: вау, ура, нам это надо. Да, и уходят всякие заболевания от этого, то есть есть над чем задуматься, я вам скажу. И плюс к этому мы не выливаем, да, химию прямо вот в ту же канализацию, которая попадает вся в реки, в моря, и погибают животные от этого. То есть здесь прям, ну, глобально на самом деле это все, и мне это нравится, потому что, ну, действительно, я задумалась уже давно об экологии, и всем советую. То есть есть решение этих проблем, которые возникли уже, да. Идет он как пятновыводитель можно. Если у вас что-то, поставили какое-то пятнышко, да, вы можете просто взять эту пластинку, вот она, да, взять эту пластинку, оторвать кусочек, какой вам надо, хоть целый, да, хоть там, ну вот еще там, легко рвется, очень прям здорово на самом деле. Прикладываете прям к пятнышку, водичкой промокаете немножко, размазать, да, и пусть он полежит минут 15-30, в зависимости какое пятно, если сильно жирное, то чуть подольше, да, пусть полежит, и потом в стирку, и давно отстираться.
У меня остался флакон от пятного водителя. Я решила его использовать. У меня есть видеоролик отдельный. Я просто сюда пластинку с водой смешала, да, и беру с собой. Очень удобно. В поликлинику или в магазин ходишь, ручки помыть тем же детям и себе. Не думаешь о том, что там будут они грязные, то есть где-то покушать что-то, да, с собой. Берешь, ручки нужно помыть. Салфетка косметическая у нас всегда с собой тоже. То есть можно побрызгать и ту же косметической салфеткой вытереть. Просто классно, на ура, даже если воды нету. Вот, косметическую салфетку я тоже ношу с собой влажную. Это очень удобно. Очень компактно все. Мне это все нравится. Рассматривайте пластины для стирки для себя и своих близких. Берегите себя, свое здоровье. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.